следующей части на обложке должен быть телек с бунойзом. Одобрено! А иди сейчас, у меня Александр, и сегодня мы играем в режим истории. Мы продолжаем играть в Baldi's Secret of Golden Baldi. Сегодня у нас третья часть прохождения, катсцену я видел. Мы находимся в Гоникл Сити. Давайте я сейчас вспомню, кого здесь управление. А, X прыжок. О. Ой, я могу залезть сейчас на окна, и там что-то сверху будет, да? Там это сверху, да. Пасхалочки. Ножи! Отлично, я теперь вооружен. Кто предупрежден, тот вооружен. Ой, ё. В прошлой части, значит, мы побили очень прикольного босса. Как я правильно помню. Перекрёсток. Серьезно? Не может быть. Я никогда бы не подумал, что это магазин. О да, баги! Давай, да блин, отойди, я смотрю на твоего друга, он тусует клёво. Ты кто? Ты газ льёшь? А, тебя убить нельзя, конечно. Почему-то люди, у которых есть оружие, с которыми они стреляют, они неубиваемые, чё за фигня? А типа просто чел берет, льет на асфальт. Ну, вряд ли это можно назвать газ. Лаву. Ой, ё. О, нет, быдлари. Они вернулись за мной. В смысле, я не прыгнул. Видели, я прыгнул, а я не прыгнул одновременно. Мне прыжок не засчитался. Что такое? Я на крыше пройду все это. Я буду умнее игры. Мне не удалось быть умнее игры. Это яма, да? Это же яма. О, мое. А, мы... Ой, как они, аллигаторы. А, их добить я не могу, кстати, вообще. Так, меня просто скинули в канализейшн и сказали, прыгай. Так, обо что я тут ударился? Ой. О! То есть я не могу долго стоять на платформах? А, я должен знать тайминг. По звукам можно услышать их тайминг. Хорошо. Но меня бесит то, что в этой игре на тебя набрасывают миллион врагов, и ты должен как-то от этого уклоняться, не зная, что тебя ждет дальше. О, да, баги. Пропал. А, это нам не объяснят, да? А куда мне? Вот на. А, вон туда. Вон апы здесь. Капец, какие полезные. Мне кажется, музыка не подходит к канализации. Вам не кажется? I'm curious, что внизу. О, внизу интересные штучки. О, да. Да блин, битбоксить не дал, сволочь. О, да, баги, обожаю. Ой, опять ты. А у меня ножик есть. А вас захерачить можно по какой-то причине. А вот те, кто... Катсцена. Да. Тут, походу, пройти через эту фигню попросту невозможно. Все возможно. А иначе все мои попытки превратятся в жареную рыбу. Ура, рыба! Сверху находится кнопка, чтобы убрать этот столб. Но она капец как высоко находится. Должно быть, этот человек знает, как мне пройти дальше. Саша, какая... Не, я...
Просто я глаза примерно так же рисую, огромные овалы на все лицо. Да, реально. А я все равно достану. Ладно, не достану. Сейчас босс-файт будет. Мы все-таки прекрасная ночь в игоне Галл-Сити, чтобы понаблюдать звезды, да и не... Но ему голос не подходит, он же это... Че творишь, блин? Ему, он просто так... Он под кайфом? Ой, простите, я вас не заметил, юная леди. Не стучи! Что ты стучишь? Че стучишь, блин? Да ничего страшного. Хорошо. Вы что-то хотели, юная леди? Че за на фоне топ-топ-топ? Мне вот нужно убрать вот этот столб, чтобы я прошла дальше. Но кнопка находится вообще еще дальше и прямо высоко. Как мне это сделать? Делать? А почему бы не разбежаться отсюда и не прыгнуть? Это было... Это... Как бы это очевидно. Вы что, шутите? Вы. Верьте мне, я когда-то хотел пройти дальше. Я просто отсюда разбежался и прыгнул дважды, чтобы достать до кнопки и выключить охранный столб. Дело-то легкое. Я не переборщил случаем с эмоциями, или я думаю, нормально озвучил, да. А, ну что ж, попробую. Как вас зовут, юная леди? А как ее зовут, напомни? Меня зовут Плейтайм. Ты врешь! Тебя не так зовут! Как ее зовут? Как ее зовут? А? Давай! Согласись, Роксана. Зачем прогуливаться ради какой-то карты? Плейтайм, значит. А я Ред, домашний художник. Ред! Приятно познакомиться. Очень приятно. Надеюсь, что смогу достать до кнопки. Но для начала нужно подойти с левой стороны крыши, затем разбежаться и прыгнуть дважды, как мне он сказал. Спасибо, я тупой, я не понял сразу. Это можно было бы сделать и без... Опа! Кажется, катсцен. Открылось. Двигаемся дальше. А ты там пропадешь, да? А, нет, смотри, он просто встал такой. Надеюсь, я правильно, хорошо работу свою сделал. Опять ты! Ночной клуб бла... А чего вы тут блари везде стоят? Опять ты из писта... Опять вы из спи... Плак! Надо бежать, да как... А куда... А где вас нет, скажите мне? Тут реально вслепую. Тут реально вслепую, смотри. Я не знаю, где он находится. У меня все еще вопросов много. Типа, зачем добавили... Ну, ладно, наверное, мне не стоит задаваться вопросами. Я слишком много задаюсь вопросами. А, не, смотри, там плейтайм еле-еле видно. А, блин. А, вот так вот, значит, да. Вижу, но я очень криво вижу. Ладно, ножик вперед. Отличненько. Ага, все, выхожу. В смысле, нет. А куда мне, погоди? А, вот сюда. О, жизнь, смотри. О, это эти. Люди, разработчики рекламируются. Hard, easy. У меня прям есть выбор. Но я не понял, в чем выбор заключается. Типа, я все равно падаю вниз. Я умер, но это не страшно. Ведь я выжил. О. А это как из Соника. На какого-то там уровня. Славой. Но я просто на пролом иду, потому что задерживаться тут нифига. Тихо-тихо. Так, окей, и что это дает? Я должен обратно тащиться.
Вот что это дает? Вот что это мне открыло? Я даже не знаю, какие двери мне должны были открыться. Здесь? О. Че это? Его же здесь не было до этого. А может мне наверх обратно нужно? Не знаю. А качество неуязвимости. Извиняюсь, стоп, что? Ёпта! Михей МакГонагалл. Но его же не так зовут. Его зовут Майках. Миках. Слишком много событий. Погоди. Обратно вернусь. Центральная православная церковь. О, да. Описание шикарное. А почему там монумент это разработчику Балди? Типа он умер или что? Ладно, ведь это вниз все-таки падать, потому что... СТО! Погоди, встань еще раз, я хочу посмотреть на... Что? Все имело смысл в этой игре до этого момента. Крокодил Гена, ты чего? Что с тобой? Гена с Чебурашкой купили косячок. Бедный Саша Кэ, во что тебя превратили? За что вы так с ним-то? То я спустился в канализацию, ну какой-то аллигатор-переросток, прям именно переросток. Ой, нет, фак. Аллигатор-переросток просто такой, йоу, у меня пистолет есть. А еще я в одежде, как у того чела из Ютаба. Так, теперь обратно. Я хотя бы знаю теперь, что это открывает, потому что я видел там электрическую дверцу. Эта игра меня не перестает удивлять своими странными решениями. Ну типа, серьезно? Спрайт этого. Да вообще не насрать, я не буду ждать. Специально, чтобы растянуть геймплей, сделали такие проблемы. Опять ты! У меня нож есть. Ну, сынок, во что ты сегодня играл? Я играл в игру, где персонаж из Балдивской игры ходит гулять по миру, который не связан никак с Балди, и истребляет аллигаторов с пистолетами, ножом. Вот это кто? Я вот его увидел один раз и забыл о нем уже даже. Бешеный псих. Ну, видимо, да. Лол. Или... Олай, или что там было написано. А, опять ты. А, да, кстати, на тебя не действует. Блин, ну, управление странное, я путаюсь в нем. Буква Т. Ти. Там Ти. А, блин. Еще обзываются. Фига хпшек! Стоп, если нам сейчас выдали 1 000 000 HP, это означает то, что что-то дальше будет очень нехорошее, потому что игра никогда не выдает тебе столько хп без причин. Если вы в хоррор-игре видите появляющуюся фразу «нажимайте shift, чтобы бежать», значит, нам нужно от кого-то бежать. Значит, бегите. Значит, произойдет что-то плохое скоро. Я не вижу платформы, на которой прыгаю. А, блин. Они просто появляются, и я должен... Не знаю, что я с ними сделать должен. Среагировать? О, опять. Красная почта. Синяя, красная, красная, синяя, красная, синяя, блин. Ах, как, сколько можно? Ночь на дворе, все спать должны. Вот что это? Вот в мире этой игры это что, лифт? Почтовый ящик такой огромный, только серый. Ну да, он похож на почтовый ящик по форме. Так что, возможно, это даже он. О. Чё опять? Ой-ой.
Игра не перестает меня удивлять. Ты посмотри, как тут... У вас голоса не подходят персонажам. Там приплыла очередная жертва. У тебя знак препинания в конце отсутствует. Жертва? Кто эта жертва? Покажите мне его. Хоть спасу. Я аллигатор. Какое оригинальное имя, блин. Ну, можно же было назвать Али-Баба, можно было назвать Гена, можно было бы назвать Строид, не знаю, я ничего не знаю. Тварь мафиози рептилий. Мафиозник, тупо дракон. Ясно. Тогда дай мне пройти дальше, многоуважаемый аллигатор. А вы типа специально удаление неправильно ставить? Послушай, девчушка, я слыхал, что ты можешь бить своей скакалкой, поэтому я сразу тебе скажу, суй свою скакалку к себе в... Your ass. Я его достал скакалку эту, наверное, из задницы, я не знаю, что такое. Да я сейчас тебя! Меня уже все хотят, но ты не исключение, все хотят. Поэтому я лучше порву тебя и сожру. У тебя анимация из двух кадров состоит, и второй кадр это где у тебя голова немного приподнята. О-о-о. У вас с анимацией прям вообще все туго. Меня уже все хотят, да? Даже тот чел, который вот РЕН-ТВ, да? Ой, ё-моё. Так. Но пока битва ничем не отличается от всех остальных битв. А, он блокировать умеет удары, хорошо. Ну типа серьезно, вы просто скопировали битву вот с тем пацаном. Так он еще блокировать удар умеет. Все. У него даже анимация бросания нет, он просто показывает вперед. Ой, фига, он быстрее стал. Воу-в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 оу. А как это доджить? Как это доджить? Это непроходимо без урона. Покажите мне человека, который пройдет это без урона, я ему лично руку пожму. Даже битва с отцом была круче. А ты вообще никчемен. Ужас. Встану сюда. О, предприняла Хейстер что-то. Эта победа тебе явно недостойна. Поэтому я отправляю тебя на растерзание к моим подопечным. Посмотрим, как ты там выживешь. А кислота до этого нас убивала. Сейчас типа пофигу, видимо. Гоникл Сити 2. Это не Гоникл Сити, это не Гоникл Сити, вы обманываете. Это канализация Сити. Мне интересно, здесь есть континью на именно акты, а не на вот это вот. Именно на акты, а не на локации. Очень надеюсь, что да. Уже достаточно долго играю, очень длинная локация, и боссы... Интересно, какой босс будет следующий, может... Файл Нейм 2? Дун-дун-дун... Ну а пока на этом все. Ждите следующей серии. Я не знаю, насколько серия это растянется. Потому что, серьезно, что? На нас напал чувак, в одежде аллигатор с ножами. Копирующий атаки вот того чела из школы. Жесть. Все, да. Лайк, подписка, коммент и адьос. Посмотрим, что будет дальше.